Солихахон, Арзу и Элай. Эти имена стали самыми редкими в Красноярском крае в сентябре. Данными поделился портал ЗАГС. В рейтинг самых нечастых имен по всей России попали Иванна, София, Синзара и Безинат. Мальчиков необычно называют реже. Среди красноярских младенцев отличились Фатхуллох, Ахлетман, Жайнар и Зурби. Вот только ни один из них не попал в общероссийский рейтинг. Видимо, с женскими именами креативят больше. Так красноярская девочка с именем со вкусом кофе прогремела на всю страну. Латтею обсуждали все. Сегодня красноярцы поделились своим мнением. Как оказалось, удивить их необычными именами не так-то просто. А все необычное – это хорошо забытое старое. Харитон мой дедушка, Харитон, да? Аксинья моя бабушка. Иннокентий, уже редкое совсем имя, но сейчас современное, конечно, их очень много. Все Снежаны, Милы. Октябрина. Вот. Такое имя есть женское, Илария, есть в святках даже такое имя. Отмечаю. Иллампий. Огромное количество Иллампий. Забытых русских старинных имен. Марлен. Татарское имя. Старые забытые, в том числе, там, Елисей, всякие, там, Ярославы. Агата. Там, Рада какая-нибудь, наверное, имя такое, да, достаточно редко. Ну, хотя нет, мне кажется, сейчас уже столько имен всяких, прям сильно редкое. Ну, какая-нибудь Алевтина, наверное. Аделина. Серафима. Еще что-то, может быть, что удивило. Ефросинья. Аксинья. Редкие имена сегодня. Не запомнил. Адриана, по-моему. Торники, Важа. Не знаете таких имен? Ну, это грузинские. Игнат, наверное, не знаю. Редкое имя. Ева. Да, Ева. Я думаю, вот так. Меня Виолетта зовут.